перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет, товарищи, подписчики. Салам, салам всем. Лондон тоже салам. Как у вас там? Как там новичок заезжает? Я приехал на конференцию, закрытую по проблеме 282 статьи изменения законодательства, последний указ Владимира Владимировича и смена, так сказать, наказания, вида наказания, то есть много новостей есть. ПКТ, что такое? ПКТ. Не знаю, когда я куда приеду, но будет сейчас интересно. Опять у меня, походу, короче, получится геморрой, мне кажется. Кокорина и Мамаева. Уже я столько раз людям бил стульями по голове, что я, в принципе, просто не вправе ничего говорить. И у меня один трек остался, мы уже заканчиваем. Всем привет. А вот застелю в прямом эфире, но не сегодня. Еще не выспался ни хрена. Привет, Ланочка, люблю тебя. Слушай, да, государственные харчи осваивают. Ты бы заехал, кстати, Сань. Шалом, а ты бы заехал бы сюда? Наушник называется. С Валиком, да, кстати, на днях буду с ним созваниваться. Не сегодня, наверное. Таджик гангстер. Не, я не таджик гангстер. Я просто гангстер. Верни долг. Какой долг? Салют, Дикий Дик. Слушай, я получал, если найдем минус, я обязательно залью его в iTunes или еще куда-то, чисто для тебя. Но надо сначала его найти, мы вчера не нашли его. С Витей и Акой редко общаемся. Советский гангстер. Гангстер. Ну я, кстати, блин, может и гангстер, и что дальше? Знаем мы одного местного, который топил за Москву и в конце съебался за МКАД жить. Бросил Москву и съебался. Марию Ивановну ни в коем случае.
вам не советую. Это плохо, наркотики это плохо. Нет, я кофе не пью, я пью чай, меня от кофе колбасит. Я в гостинице «Золотое кольцо» нахожусь на закрытой конференции по вопросам 282 статьи. Статья за разжигание ненависти и призывы к всякой хуйне. Слушай, я где хочу, в капюшоне там и хожу. Сейчас сюда, если приедешь, он часа полтора-два еще будет длиться. В целом. Это, короче, на Киевской, отель «Золотое кольцо». Здесь конференц-зал, он называется Ярослава. Ярослава. Триганде, не, никого. Но если круче, хуй ты тут делаешь? В современном рэпе, ну, он современный рэп, что-то. Да? Что-то даже слышал. Санокс не пробовал. Санокс этот, блядь, вообще дичь. Это барбитурщики, вы еще димедрол жрать начнете. Феназепам, тазепам, назепам, азалептин. Идиоты, те, кто едят ксанокс. Меня вдуть звал, но что-то мы не срослись, к сожалению. А так залетел бы к нему, я бы пообщался с ним, конечно, с радостью. Старого гнома посадили. Лана не подруга, Лана моя женщина, моя половина. Дышал, дышал. Все это прошли. Я, ну, кстати, нормальный проект по музыке и бы вся, молодцы. Слушай, ну надо, чтобы он подтвердил уже, что мы пошли уже. Но я в этот раз уже не буду таким добрым. Я надеюсь, что меня там не изобьют, и я все-таки уйду из Думы спокойно. И не как в прошлый раз. Привет. Денек, твоя мама такая. Да, общаюсь с Геопикой. У нас, кстати, совместный трек с Геопикой. Вот скоро выйдет. Лучшие такие, короче. Нет, я тут клипы не смотрю. Ой, OG, блядь. Ну, ёбаный мать. OG это Original Gangster, блядь. Что, знаете, что такое OG? Да, конечно. Конор красавчик, не спорим. Да я тут. Сейчас прямой эфир. В Донецк обязательно приеду. Магнитки, салам. Донецк, OG, он отвечает. Анастасия Назарова, тусуйся, иди отсюда вообще. Работать много для этого надо, чтобы таким стать. Тут оставить. Это убирать тут надо, или оставить? Блять, ты что, прикал, что я его убил, что ли, все? Короче, у меня осталось 10% зарядки. Я вам потом наберу всем. Появлюсь. Всем пока. Вот. OG это Original Gangster. Это настоящий гангстер переводится. Никто не обязательно валить кого-то, чтобы быть гангстером, блин. Гангстер это человек, который занимается, блин, разными вещами совершенно криминального характера. Ну, скажу итоги. Ну, я не думаю, что итоги будут. Это скорее высказывание, мнение
разных мнений, разных людей, всяких деятелей. Здесь даже есть оппозиционеры. Я им сразу сообщил, что я вон они стоят, кстати. Вот видите? Я стараюсь подальше от них держаться, чтобы меня не прикрутили к ним. Любимая, да, я постараюсь. Сегодня пойдем, я думаю, это закончится и пойдем. Я не брожу, я тут приехал на конференцию. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот история. Не верь, ни лайк и не пасти. Всем удачи.